Здравствуйте! Вы на канале Зеленые питомцы. И сегодня я вам покажу свою новую растюшку. Это картелина киви. Живет она у меня около месяца. И за это время мне стало ясно, что мы с ней точно подружимся. Она выпустила мне новый яркий листик. У этого сорта листья трехцветные, сочетают зеленые, желтые и розовые оттенки. Растет она в домашних условиях до 1,5 метра. По мере роста нижние листики отмирают, и растение формирует ствол, из которого растут боковые побеги. Сейчас я ее пересажу в новый горшочек и потом расскажу об особенностях ухода за ней. Для картелины нужна питательная и воздухопроницаемая почва, поэтому в универсальный грунт я добавлю немного перлита и мокс сфагнум. Картелины простые в уходе, комнатные растения. Самое главное – подобрать ей подходящее постоянное место. Там должно быть тепло и светло. Освещение должно быть ярким, но рассеянным. Если она будет расти в тени, листики потеряют свой яркий окрас. Она не переносит сильно сухой воздух, поэтому нельзя ставить возле приборов отопления. И также она боится сквозняков и резких перепадов температур. А в остальном картелина не требовательна. Полив должен быть умеренным, почаще опрыскивайте или мойте по тушам. Подкармливать обязательно с весны до осени 2 раза в месяц, а зимой 1 раз в месяц. От регулярных подкормок листики будут яркие. И для того, чтобы картелина росла ровно, ее нужно регулярно поворачивать к свету вокруг своей оси. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если видео было полезным, ставьте лайки и пишите комментарии.